Всем привет! Сегодня хочу показать и рассказать вам про вот такие вот замечательные часы-будильник. Значит, и он же может являться ночником. Это, значит, в принципе, по большому счету, это рассчитано на детей, на детскую комнату. У меня он стоит в спальне. Очень удобно использовать его ночью, смотреть, сколько времени. Тут есть подсветка. Ну, это о подсветке я чуть-чуть позже расскажу. Сейчас я расскажу вам о функционале. Здесь мы видим достаточно большой экран ЖК. Здесь мы четко видно время, достаточно крупно написано. День недели, правда, все по-английски, конечно. Значит, месяц, год, все отображается. И есть еще температура. То есть температуру он меряет достаточно точно. У меня этот будильник уже где-то лет 7-8, я еще покупал его на eBay. Ну, единственный его недостаток это то, что он немного убегает по времени, то есть его приходится раз от раза подводить, ну, на минуту, может быть, за неделю, там, ну, где-то так, то есть не так, что каждый день там на 5 минут. Значит, он выполнен в стилистике Hello Kitty, детская такая вот стилистика. Есть разъем для питания, но это именно для питания подсветки. То есть здесь от 4,5 до 6 вольт. И ну, в основном он работает от батареек. В принципе, если не часто пользоваться подсветкой, то батареек хватает на долго. Ну, батарейки для часов отдельно. То есть тут две, да, секции. Значит, вот я открою, сейчас покажу. Вот тут 4 батареечки мизинчиковые для часов. И две. Ой, не для часов, для подсветки. И две маленькие батареечки, таблетки для часов. Теперь, значит, есть здесь вот такие вот кнопочки. То есть есть вот ряд кнопок: up, down, set и alarm. И есть вот такой переключатель: demo, on и off. О нем я расскажу чуть позже. Пройдемся по кнопкам. То есть, если просто нажать, например, up кнопку. Ничего не происходит, она никакого функционала не несет. Если нажать down, соответственно, кнопочку down, то меняется Цельсий на Фаренгейта. Дальше, если нажать кнопочку alarm, то мы можем переключать с 24-часового на 12-часовое время. И, значит, в принципе, вот кнопочку Set нажимаем, активируем редактор часов, установку. То есть еще раз нажимаем, переходим на минуты, и потом год здесь задается. Для того, чтобы определялся день недели, обязательно задать год. Дальше, соответственно, месяц, день. Теперь расскажу, как здесь установить время срабатывания будильника. Нажимаем кнопочку «Аларм». И вот мы переходим в режим редактирования, ну, вернее, в режим просмотра времени срабатывания будильника. То есть будильник настроен на 8:08. Значит, здесь, если нажимать кнопку «Up» или «Down», то мы можем активировать звоночек, это то есть ну, включать будильник и буквочки ZZ, то есть это активируем режим отсрочки. Чуть дальше покажу, что это такое. Вот, выключили, еще раз вот вошли. Значит, для того, чтобы установить время будильника и остальные параметры, нажимаем кнопочку Set. Вот у нас заморгало, то есть мы здесь можем менять время. Дальше переходим. Вот здесь режим ZZ, то есть написано, это режим не пробуждения, а режим отсрочки. То есть мы вот можем здесь задавать от 0 до 60 минут. То есть сработал будильник, вы его, значит, отключили.
Но вы его не полностью отключили, а отсрочили. Если ZZ активирован, то вы его отсрочили, и через минуту он снова прозвенит. Так, дальше режим, значит, переключаем дальше. Это мелодии, то есть тут 8 мелодий. Вот мы можем. Вот, 8 мелодий. Все, значит, все установили, задали, включили будильник, включили ZZ и вышли из этого режима. И вот мы здесь видим, что иконки активированы, значит, он будет звонить. С функционалом все. Теперь покажу, как работает подсветочкой. Тут снизу есть ножки такие, где написано Tab. Вот эти ножки, они жесткие, ну, не в виде кнопок выполнены, а просто опора. А вот эти вот, они в виде кнопок выполнены. То есть, когда он стоит, часы стоят вот так, мы нажимаем и активируем подсветку. Подсветка, значит, там светодиодная, она переливается различными цветами, плавно меняя цвета. Но, соответственно, если мы в таком режиме это делаем, то есть просто нажимаем, то мы видим, что подсветка быстро достаточно тухнет. То есть ночью посмотреть именно вот так вот, посмотреть, сколько времени, достаточно удобно. Но это при том, что вот этот переключатель находится в режиме off. Значит, если мы его переводим в режим демо, то значит, часы у нас превращаются в ночник. И подсветка не будет тухнуть, будет гореть максимально ярко и переливаться разными цветами. Также я никакого разницы с режимом демо и режимом он не заметил. То есть точно так же работает. То есть при этом на действие вот этих кнопок никак не реагирует. Значит, это все работает от батареек. Теперь я вытащу одну батареечку, ну, покажу вам, что видите, не работает. И запитаю это все дело от адаптера. Вот у меня есть 5-вольтовая от камеры, 5 вольт, 2 ампера. Я его сейчас в розетку воткнул, и вот у меня вот такой вот штекер есть. Вот я втыкаю. Все хорошо входит. И вот мы видим, что подсветочка работает от этого адаптера. То есть, если постоянно вот так использовать, то, конечно, батарейки быстро закончатся. Удобно использовать именно с адаптером таким. Но это надо брать на 5 вольт. То есть, обычный стандартный там USB, но именно вот с таким вот разъемчиком. То есть это небольшой, это такой средний. Это средний разъем, этот штырек. Бывает побольше, бывает поменьше. Вот. Значит, ну, в общем-то, все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.